поклонники Хазал-Кая с нетерпением ждут, когда их любимая звезда вернется на турецкие экраны после рождения сына. В своем последнем интервью актриса пообещала, что это случится совсем скоро. Известный дизайнер Тувана Бюкчинар взяла интервью в Инстаграме у Хазал-Кая. Актриса отметила, что для нее очень важно оставаться искренней в каждой роли. Турецкая аудитория не признает фальши и предпочитает реалистичные образы и проекты. По поводу своего звездного статуса Хазал отметила, что ее мама всегда опускала ее на землю, не позволяя ей зазвездиться, не позволяла, чтобы слава ударила ей в голову. Теперь она понимает, как это было важно. Хазал призналась, что всегда пытается своей игрой затронуть сердца людей. Это для нее самое важное. Также Хазал подтвердила, что уже летом она должна была сниматься в новом фильме, однако в связи с эпидемией съемки отложены на неопределенное время, и когда возобновится работа, она не знает. Напомним, что по информации турецких СМИ, в новом фильме Хазал выступит не только в качестве исполнительницы главной роли, но и как один из авторов сценария. Разумеется, поклонники актрисы хотели получить информацию о новой работе Хазал на телевидении. Однако пока актриса не сообщила, когда она вернется в сериалы, и приняла ли она предложение работать в проектах, которые будут делаться для интернет-платформы Netflix. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Напоминаем, что политика платформы предполагает, что подобные объявления делают только пиар-менеджеры Netflix в строго определенное время. Так что если Хазал и выбрала новый проект, мы узнаем об этом только когда Netflix сочтет возможным сделать официальное объявление и не раньше. В каком же фильме мы увидим любимую актрису? Когда она вернется на турецкие экраны и в каком образе? Обо всем этом мы узнаем после окончания карантина. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.